ну, пришел брат, но это не осуждение. Он был на собрании, говорит, я тоже ищу пятидесятническую церковь, но мне нужна такая строгая, ну, более строгая, чем ваша. Мы говорим, ну, вы знаете, ну, у нас, к сожалению, здесь выбора особого нету. То есть для русскоговорящих здесь только одна церковь сейчас в Болгарии официально зарегистрирована, это наша церковь. Еще есть в Пловдиве, они пока еще не зарегистрировались. Вот. А еще есть баптистская церковь на бульвар Слиница 100. А если хотите построже, то это уже ищите. Ну, я такую церковь даже не искал, потому что мы когда-то ходили с Натальей в такую законческую строгую церковь. Но нам там было душновато. Для меня комплимент прозвучал в том, что мы, оказывается, не такая строгая церковь. Хотя некоторые нас называют о том, что вы такие строгие, да чуть что там на замечание, да. Ну, мы нормальная церковь, дышать можно. Поэтому вдохните поглубже, да. Давайте мы прославим нашего Господа. Аллилуйя. Споем.